А теперь в нашем представлении наступает момент, который особенно нравится нашим маленьким гостям. Потому что в ходе него у них появится возможность прокатиться в компании нашего дельфина на лодочке по бассейну. Все, что для этого нужно сделать, это сыграть со мной в несложную игру, которая называется «Больше-меньше». Суть ее заключается в том, что я задаю вопрос, дети поднимают руку, и мы вместе пытаемся отгадать правильный ответ. Условия два. Взрослые не участвуют вообще. Ну а дети отвечают на вопрос по очереди. А вопрос сегодня следующий. Сколько у дельфина зубов? У кого есть вариант ответа? А что такое? Почему нет? Не надо. Что такое? Вот ты хотел сказать. Вот какой у тебя вариант ответа? 10. Нет. Больше, чем 10. Но ты положил начало и теперь... Вот, я же говорю, появились сразу руки, все перестали стесняться. Сколько? 27? Больше, чем 27? Так. Сколько? 56? Нет, больше, чем 56. Теперь пойдем на эту трибуну. Сколько? 33? Нет, больше, чем 56. Так, ухожу с этой трибуны. Парень. 6? Да больше, чем 56. Уже мы выяснили, это вот девушка. 100 меньше, чем 100. Мы определились с границами. Так. Два раза подряд, это будет нечестно. Так, сколько? 82 больше, чем 82. Вот барышня с ушками, да. Сколько? Больше, чем 82. Ты уже взрослый, дай шанс другим. Так, девочка, вот. Сколько? Да нет, за тобой. 96? Нет, меньше, чем 96. Так. 86. Давай, парень, ты давно держишь руку? Меньше, чем 90. Так. Ладно, возвращаюсь на эту трибуну. Кого мне спросить? Кого я не спрашивал? Вот мальчик с золотым зубом. Ну ты куда вообще? Ну это что это такое? Нужно, чтобы дети ответили. Да, вот, отвечай. 86? Нет, больше, чем 86. 88 – это абсолютно правильный ответ. Видишь, подсказал сам, не хотел. Давай, спускайся, пойдем сразу же получать свой приз. Спускайся, ничего не бойся, тебя там уже заждались. Давайте.
Ну и чего, понравилось? Да. Если это понравилось видео, смотрите, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень понравилось, да? Да. Так что, дельфинчики, мы с вами, они за нами, он плавает, ждут нас, да? Но... Вон какие прям близко дельфинчики. Фотоаппараты ваши, билеты за 500, билеты далеко не убираем, фотоаппараты заранее готовим, настраиваем. Спасибо, Константин. Что, чек нельзя? А, не хочешь, что не хочу. Следующим чеком нас поднимаемся, то на... Нет, фоточка будет после фото. Сначала фотография. Поднимайтесь. За 600, Надо было на память оставить. Куда, ты подумал? Кто на фото поднимаемся с чеками? Нельзя мячик, это еще на фото с чеками есть? А я так... Ну что, все, что, это вот такая... Хочешь фото, что ли? Да, это на фото. У вас фоточка. Что, не хочешь фото? Да, вот только поехали. А что там?